Рождественские праздничные дни в Бресте не один год встречают душевно вместе с январскими музыкальными вечерами. В прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки было принято непростое решение их отменить. В начале же нового 2022 года от любимой традиции всего творческого общества решили не отказываться. Музыкальные вечера впервые прошли в 1988 году. Это богатая история. За эти годы были исполнены тысячи мелодий, как культовых, так и новых. Артисты сменяли друг друга, но каждое мероприятие, и это факт, росло качественно. Так и в этом году, невзирая ни на что, 34-му форуму искусства быть. То, что в традициях заложено, никогда нельзя останавливать. Как можно остановить? Вот мы остановили 33-й, ну и что? Его нет. И мы идем 34-й. Все, прошел. Интересно то, что много новых, и тоже много впервые, и тоже много в том, что приезжали многие из них. Вот интерес такой. Зрителей порадует разнообразный репертуар фестиваля. Январские музыкальные вечера объединяют разные культуры мира. Все ради одного – совместного наслаждения любимой классической музыкой. В фестивале примут участие исполнители из Молдовы, Белоруссии и России, Польши, Болгарии, Азербайджана, Турции и Китая. В этом году в программе появятся новые лица, которые, будем надеяться, станут добрыми друзьями фестиваля. Пианист Самир Мирзоев из Азербайджана, вокалистка Джуга Лимен и пианистка Джан Зейн из Китая. Также впервые выступит интернациональный квартет саксофонистов. Интересное состав, и интересное то, что этот состав везет. Какой у нас гитарист будет? Дмитрий Бородеев, российский гитарист, композитор, дирижер, член Союза московских композиторов, президент Московской международной ассоциации гитарного искусства России. Вот впервые. Это величина. Так что все, услышим, увидим. Помимо концертов в рамках фестиваля, организаторы планируют организовать мастер-классы для студентов музыкального колледжа имени Ширма от именитых и талантливых гостей праздника.